В прошлом году выдающийся ученый, внесший большой вклад в сферу образования и науки Казахстана, Мырзата Жолдасбеков отметил свой 80-летний юбилей. В честь знаменательной даты ректор Кокшетауского государственного университета Абдумуталип Абжапаров пригласил юбиляра на Кокшетаускую землю. Свое восхищение и почтение к такой личности студенты выразили по-своему, написав портрет ученого. Творчество Мырзатая Жолдасбекова непосредственно связано со сферой высшего образования. Он уделял большое внимание воспитанию молодежи. Его трудовой путь начался с преподавателя высшего учебного заведения, затем доцент, профессор, декан факультет, ректор нескольких университетов, министр образования. Мырзатай Жолдасбекулы – уникум, являющийся примером служения нации. Для нас большая гордость, что есть такая личность, как он, внесшая огромный вклад в создание конкурентоспособного, образованного государства, верного заветам наших предков и всего тюркского наследия. Вся его жизнь не просто прожитые годы, это годы поисков и труда, стремлений и успехов. Весь творческий путь и жизнь ученого на экране в этом видеофильме. Его продемонстрировали специально, чтобы в очередной раз зажечь в молодежи искру национального духа. Его достижения значимы не только в сфере образования и науки, но и в становлении независимого Казахстана. Заместитель акима области Айна Мусралимова поздравила юбиляра и вручила благодарственное письмо от имени главы региона. Я сам преподаватель. Вместе трудился с Маликом Габдуллиным. Получил знания у Исмагамбета Исмаилова. Родился и вырос я на родине драматурга Шахмета Кусаинова, где изучал его творчество. Хочется отметить, что в каком бы месте я ни побывал на Кокшетауской земле, везде можно отдохнуть душой. Поэтому иногда мы бываем здесь. И вот этот визит состоялся в юбилейный год, 80 лет. Меня приглашают многие области страны, организовывают встречи с молодежью. И сегодня это встреча с кокшетауцами. В свою очередь студенты учебного заведения выступили со своими произведениями, посвященными творчеству Мырзатаю Ага. В 1960 году по рекомендации Мухтара Ауэзова Мырзатая Жолдасбекова приняли на работу в Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. А уже сегодня его ученики трудятся в разных уголках Казахстана, в их числе и наши земляки. Мырзатай Ага – один из выдающихся наставников. Внес неоценимый вклад в возрождение общественного сознания, развитие науки и образования, процветание литературы, языка, культуры и искусства нашего народа. Приезд Мырзатая Жолдасбекова в Кокшетау – это уже исторический визит. Мырзатай Ага преподавал нам в КазГУ, и как учителя я его сильно уважаю и преклоняюсь перед ним. Нужно отметить, Мырзатай Ага воспитал и продолжает воспитывать не одно поколение, прививает у молодежи любовь к литературе и готовит на сцену талантливых артистов. Мырзатай Жолдасбеков активен не только в сфере политики, его вклад значителен в области литературы, музыкального искусства. Сегодня на встрече звучат его собственные произведения. Немало его песен можно услышать в репертуаре известных казахстанских певцов. Зиния Дрисова, Агирим Бекмагамбетова, Боржан Смагулов, Кукче Акпарат.